Тепловые сети Уссурийска принимают газ. На 66-й котельной пробуют голубое топливо в действии. Отсюда тепло получают 135 абонентов улицы Штабского. Оборудование полностью готово. Строительство велось весь сезон. Ранее здесь использовали мазут. Этот микрорайон Уссурийска станет первым, кто совершил переход. На данный момент полностью готово 5 котельных для, к приему газа. Это получается 13-я, 40-я, 66-я, 24-я и 27-я. Вот. В первом этапе будет подключаться 3 котельных. Это 13-я, 66-я и 40-я. После, в дальнейшем, после приемки 7-го пускового комплекса, осуществим подключение 24-й и 27-й котельных. В округе проводят масштабную подготовку по переходу на газ. Один из главных плюсов такого отопления – улучшение экологической обстановки. Кстати, Уссурийск первый в крае, где котельные станут работать на газе. В перспективе поселок Новый, Большой Камень и другие населенные пункты. Уссурийск – это передовик у нас. Это тот опыт, который прекрасно будут перенимать другие тепловики. И не зря у нас уссурийское предприятие теплосетей в прошлом году было отмечено знаком почета. Это лучшее предприятие теплоэнергетики в России. Кнопка «Пуск» нажата успешно. После новогодних праздников экотопливо поступит и в другие микрорайоны Уссурийска. Также газификация ожидает и самую крупную, 5-ю котельную. Специалисты уже работают над проектом. Однако это займет несколько лет, как и возведение новой на сахзаводе. Изначально ее строят для работы на голубом топливе. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.